критичная. А что же их двое, типа, не? 25 человек. Бойцы 95-й бригады Вооруженных сил Украины в поселке Краснополье Сумской области взяли в плен целую роту солдат оккупационной российской армии. Кадры распространены в телеграм-каналах. Некоторые неопытные солдаты оккупационной армии, напавшие на поселок, были убиты. Остальные взяты в плен. Представляем вам кадры пленных русских. Красавчик. Что подивиться? А, бери валон. Слава Україні, хлопці! Слава Україні! Батарея, давай сюда.